Государственная служба по культуре создает такую комиссию раз в 3 года. Побывали уже в Тирасполе, Каменке и Окнице. На первом этапе комиссия заранее рассматривает информацию о коллективах. На втором свои лучшие номера и достижения должен представить каждый. Кроме 25 коллективов, которые у нас, есть еще 12 коллективов в «Шелковике». То есть у нас самое большое количество коллективов со званием. И комиссия будет работать у нас 2 дня. На каждый коллектив отведено определенное количество времени, это 40 минут, час, и каждый коллектив будет представлять свою программу, и комиссия будет 2 дня будет все у нас осматривать. Члены комиссии – представители госслужбы по культуре, заслуженные педагоги и руководители, театралы и художники. Коллективы разного направления – вокальные, хореографические, театральные, цирковые. Звание образцовый присваивается детским коллективам, народный, где участникам более 14 лет. Хорошее качество работы, потому что образцовые коллективы со званием образцовый народный обладают высоким качеством подготовки, то есть коллектив работает, представляет свое творчество. Это обязательные выезды и участие в республиканских мероприятиях. И, естественно, есть по критериям, допустим, по каждому направлению есть свои требования, которые на протяжении 3 лет каждый коллектив готовит. Этому театру 5 лет. Студия Body Art Etude представляет коллекцию «Механический цирк» для спектакля экспериментального театрального объединения. На сцене куклы и люди. Возраст актеров от 10 до 35 лет. Они удивляют любого зрителя. Декорации, яркие костюмы, необычный грим – все сделано своими руками. Мне, как художнику по первому образованию, интересно постигать новые стили в искусстве. И вот спектакль, который мы сегодня презентуем для защиты народного звания, он поставлен в стиле стимпанк. «Фантасмагория дракон» – очень яркий спектакль, очень динамичный, интересный, причем интересен любым возрастам. Каждый актер, он как представляет собой механизм, этого цирка. Это такая единая система. Все делает Мария Ковалева. Декорации, костюмы, вот все это ее работа. Тут каждый элемент – это все стимпанк. Какие-то механизмы, трубки, вот. Коллектив надеется подтвердить звание «Народный» во второй раз. Смотр-конкурс продлится до 12 апреля. К концу апреля станут известны итоги. В дальнейшем народные коллективы участвуют в различных городских и республиканских мероприятиях. Елена Росланова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.